Зимний спортивный праздник в детском саду номер 9 – это не просто очередное мероприятие, это уже традиция. И обычно в соревнованиях участвуют ребята из подготовительных групп. А я сегодня здесь не только корреспондент, я еще и мама, которая будет помогать своему сыну отстаивать победу. Десятки мальчишек и девчонок, радуясь по-настоящему зимней погоде и возможности понаблюдать за соревнованиями, собрались на спортивной площадке детского сада номер 9. Оксана Бекетова, инструктор по физической культуре дошкольного учреждения, вовлекла в участие всех. Точно такие же, как дети, веселые, задорные. И очень хочется дать что-то новое, развеселить детей. Главное то, что мы с детства ребенка должны воспитывать желание к здоровому образу жизни. Поэтому, несмотря на то, что ежедневно проводится зарядка, 3 раза в неделю физкультурное занятие, спортивный праздник является подведением итогов работы инструктора по физкультуре в течение всей жизни детей детского сада. После общей разминки представили участников зимних соревнований. 2 команды «Медведи» и «Леопарды» должны были отстаивать честь своих групп. В каждой по 10 участников. 5 детей и столько же взрослых. Все были настроены на победу. Наш девиз! Мы молодые «Леопарды», все в спортивном празднике приняли участие и сказочные персонажи. Первым пожаловал снеговик и пригласил ребят потанцевать. Следом пришла елка, которая очень хотела, чтобы ее нарядили. Это и стало первым конкурсным заданием. Во время прохождения эстафеты спортивная площадка гудела. Так активно поддерживали команды болельщики. Но это был самый простой конкурс. Участникам пришлось постараться, чтобы завоевать заветные очки. Шайбу провести клюшкой. На одной лыже пробежать. На метле полетать. И проверить свою меткость. Самой веселой оказалась эстафета по метанию снежков. Она показала, кто же самый меткий стрелок. Членам строгого, но объективного жюри пришлось нелегко. Команды шли, как говорится, ноздря в ноздрю. Лишь на последних секундах кто-то выбивался в лидеры и приходил первым. В итоге медведи на 2 очка опередили леопардов и стали победителями соревнований. Но леопарды не расстроились. Главное – участие, правильно? Медаль свою съел, да, я смотрю? Папа даст ему еще. Так, хорошо. Егор, расскажи, что тебе больше понравилось? Какой конкурс? Метание снежков. Ты попал? Угу. Мне более на лыжах понравилось, когда мы ездили. На лыжах до этого стоял, когда не катался? Да. То есть ты сегодня опытный был спортсмен? Ну, не очень, я просто вот так вот сделал и все. На этот раз нашей команде, к сожалению, не удалось победить соперников. Но нужно уметь и побеждать, и проигрывать. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.